Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, почему же я перешел с Touch ID на Face ID. Итак, сегодня речь пойдет о том, что у меня последний телефон был iPhone 7, и как бы он меня вполне устраивал, отличный телефон, быстрый, как бы никаких нареканий у меня никогда на него не было, но меня всегда немножко не устраивал Touch ID. Почему говорю? Потому что, ну, иногда у вас может быть мокрый палец, замазали вы этот палец, у вас просто-напросто не срабатывает Touch ID. То есть вам нужно постоянно его протирать, как-то держать в каком-то вот постоянной чистоте, там салфеточку носить, какую-то тряпочку и так далее, и так далее. То есть это приносит какой-то дискомфорт, так же само по оплате, либо просто разблокировке телефона и так далее, и так далее. Объясняю, почему мне нравится Face ID. Это очень легко объяснить, это просто удобно, классно рассчитываться где-то, разблокировка самого iPhone, покупка в App Store. Очень просто в регистрации, просто активируете, крутите головой по часовой стрелке, потом опять так же само против часовой стрелки. Очень быстрая регистрация и очень быстрая разблокировка. Не так быстро, как Touch ID, но Face ID работает еще в ночное время, это очень большой плюс. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, рассказывайте еще какие-то ваши истории, для меня важно, просите, о чем может еще записать. Оставляйте ваше мнение. Всем пока.